Дорогие девушки, здравствуйте! Я хочу вам рассказать, как использовать сыворотку Жакскин. Эта сыворотка кому подойдет? Если вы видите на своем лице возрастные изменения, ну, как правило, это после 30, вы видите, что вас не устраивает ваш цвет лица, появились морщинки, нету тургора, и вы хотите больше питания, увлажнения своей кожи, то тогда эта сыворотка как раз поможет справиться с этими возрастными изменениями. Как же ее использовать? Вечером, после того, как вы очистили кожу гидрофильным маслом или пенкой, или гелем для снятия макияжа. После этого вы наносите тоник, и пока тоник еще находится на лице, вы чувствуете, что кожа влажная, вы наносите сразу же сыворотку. Количество 1-2 нажатия достаточно, чтобы нанести на все лицо, шею и немного на декольте. Область глаз избегаем только до орбитальной косточки. Для зоны глаз нужно использовать специальные средства. Что касается крема, нужно или нет? Вот тут вы решаете сами. Если вы нанесли сыворотку и понимаете, что этого достаточно, вы не хотите как-то перегружать кожу и вас устраивает эффект тактильный, то тогда вы можете оставить только сыворотку, потому что она, в общем-то, работает самостоятельно. Но если вы понимаете, что вы хотите что-то еще более какую-то плотную текстуру, может быть, ночную маску, то сверху вы можете нанести ночную маску или ночной крем, который вы любите использовать. Утром опять очищаете кожу, протираете лицо тоником, и пока тоник еще находится на лице, вы сразу же опять же наносите сыворотку. Таким же образом 1-2 нажатия на все лицо, шею и декольте. Дальше вы можете уже использовать декоративную косметику. Но если опять же вы понимаете, что вам необходим еще крем, нужна более какая-то питающая текстура, сыворотка очень легкая, поэтому она комфортная для тех, кто не любит перегруз на коже. Если вам необходимо еще дополнительно крем, вы смело используйте свой крем по уходу за кожей, а потом уже делаете макияж. В летний период, когда много косметики на лице кажется тяжеловато, вы можете после тоника нанести крем сыворотку и сразу же приступить к макияжу. Этого будет достаточно. Сыворотку можно использовать утром и вечером или также совмещать, если у вас есть еще какой-то продукт, сыворотка, например, там на увлажняющая, вечером увлажняющая, утром омолаживающая. Для того, чтобы закрепить результат, потому что он уже у вас появится через 1-2 недели, вы увидите, как кожа становится более плотненькая и улучшается цвет лица. Нужно использовать сыворотку в течение 3 месяцев, потому что в этой сыворотке очень мощный комплекс пептидов, а любой косметолог скажет, для того, чтобы зафиксировать результат, необходимо использовать средства с пептидами в течение 3 месяцев минимум. Вот, так что я надеюсь, теперь вы понимаете, как ее использовать, и желаю вам улучшить состояние вашей кожи и, конечно же, сохранить.